Пусто. Пишем. Пишем, пишем, пишем. Всем привет. С вами компания OMZAP. Сегодня у нас Санта-Фе. 2012 год. 2.2 дизель. Проблема в следующем. Вон там вот наглядно все это видно. Была жалоба на течь масла. Вся защита у нас в масле. Вот. То есть сняли защиту. Здесь у нас тоже все в масле и прямо аж до самого заднего моста. Заводили автомобиль, дали поработать. То есть начало капать вот отсюда, то есть стык коробки и двигателя. Масло это не моторное, потому что оно слишком светлое. Двигатель у нас дизельный, и масло здесь будет темное. Это у нас масло вытекает с автоматической коробки, а точнее с маслонасоса. Ну, это предположение, но процентов 95 это оно и будет подтвердиться. Сейчас уже озвонились клиенту, согласовали с ним ремонт, будем снимать коробку. Также здесь отсутствует полный привод. Когда у нас вращается свободно, при этом передние колеса у нас не двигаются. То есть, соответственно, у нас срезала еще чашку дифференциала в коробке, то есть это все уже будет попутно делаться. Сейчас мы первым делом я снимаю раздатку, чтобы уже определиться полностью с фронтом работ, так как, может быть, еще придется менять раздатку. Точные, прям как лезвие острое. Так, ну что, сейчас отзвоните клиенту. Поменял сальник масляного насоса, который под бубликом стоит. Поменял чашку дифференциала. Шлицы там новые. Как видите, здесь чего-то не достает. Это у нас сейчас собрано просто на выкатку. А по какой причине? По причине вот этого агрегата. В общем, какая ситуация? Когда я собрал все полностью, завел автомобиль, масло все так же начало течь. Мне пришлось опять снимать коробку, смотреть. То есть думал, может, сальник некачественный, либо колечко там уплотнительное есть. С него тоже могло течь. Но оказалось дело в бублике. Вот здесь вот, на вот этом вот стыке, были трещины. И через эти трещины как раз масло и выдавливало. Я, честно говоря, первый раз с таким сталкиваюсь, но такое возможно, как оказывается. Может быть, кто-то с этим и часто сталкивается, но я лично первый раз. Вот, то есть сейчас бублик у нас восстановлен. Клиент сам отвозил его в специализированную контору. Ну, сейчас трещин никаких нет. Бублик полностью исправен и готов к установке. Сейчас я буду опять снимать коробку и устанавливать бублик на его законное место. Бублики есть несколько шлицов, то есть одна шлицевая часть, и там вторая. Плюс такие пазы. Все вот это дело нужно совместить, попасть. Некоторые этого не знают. Вот просто так вставляют, и все, типа дальше не идет. Начинает все это прикручивать и потом раздавливает масляный насос. Но нужно все это дело попасть. Сейчас. Так. Вот, все. У нас везде попал. И теперь это дело можно ставить уже на автомобиль.
автомобиль уже готов, он все собрано, все залито, масло в коробку, тоже уровень выставлен. Отсюда наконец ничего уже не вытекает, все сухо, все отлично. Сейчас осталось поставить только защиту и опустить автомобиль и выгнать. Итак, какой можно сделать вывод из данной ситуации? То, что всегда нужно быть внимательным при диагностике, вот, потому что даже, казалось бы, банальная замена сальника может вытечь в ремонт бублика. То есть никто этого не знал, не подозревал. И вот это, наверное, единичный случай. И такие автомобили могут преподносить такие сюрпризы, нехарактерные такие поломки. Не занимайтесь самодиагностикой. Даже если у вас есть какие-то подозрения, лучше обратиться к специалистам, профессионалам, высказать свои предположения, но доверить все-таки диагностику человеку, который понимает, разбирается в этом. Потому что даже опытный, как говорится, мастер, это не заметил бы сразу. На этом все. Всем удачи, любви, здоровья. Не ломайтесь, приезжайте к нам на техническое обслуживание. Записывайтесь. Все. Всем удачи, всем пока.